Алекси Би, какой выход? Прям под Дюпри. Ника на месте. Моноси на планете падает. Ситуация 1 в 1. Мэджик сбитый. 8%. Выход, Ника! Овощи, он от таких схваток не убегает обычно. Четко стоял в позиции и сделал свой фраг. Тут замечательное решение было в середине данного выхода от Алекси Би, который ворвался через дым и спас своего тиммейта. Пока нет АВП, кстати, мы с тобой никнейм Зайву тоже давно не называли. Пока что Матье идет 3 на 7. Зайву, кстати, убивает Моноси. Это было через второй мидл. Зайву еще и минус по Джексу. Даже первый яма, выход, и там через мог пытались... Первый минус вроде бы еще мог Хантер здесь себе позволить, но нет. А вот оно, начало. Так вот, вантапчиками. Да. Но там небольшой просвет был, который хотел использовать Моноси. Джекс вместе с ним попали под горячую руку Матье. Матье никого не видел в этом раунде, да. Но всем по голове надавал. Да, да, веселый. Он делать Матье здесь не будет ни в коем случае. Соблюдает дисциплину, батит на себя. Вот и Хантер открывается. Хантер третьего поселил туда же. Моноси страхует, но уж... С этой хаешкой на перестрелку не выйти. Зайву, бомба летит под него. Торт валяется уже, и его никто не съест. Ну, у команды Виталити так точно. Слишком поздно Мисута теперь должен брать на себя все ключевые роли. Остановить Алекси Би. Куда эти пули летят? Вообще непонятно. Уже Дюпри погиб. Мисута только сейчас дает фраг. Ну и теперь с Юспом воюет, хотя уже большинство работы сделал тиммейт. Ой, за его там живет до последнего, снимает его Джекс. Ни в коем случае, Ника, вот и хедшот, нормально. Маслину поймал через дым, Мису. Ребята, это апогей всего, что происходило на этой карте. В принципе, эти три минуса от опорника. 15-20, Зайву на острие. Джекс убивает одного. Это был Дюпри. Зайву тут же на рефраге против Хантера. Разворачивается, убивает Джекса. Красиво. Мэтт вместе с ним работает. Вроде так выходит кучей по итогу. Зайву, ты сейчас переворачиваешь. Все на ровном месте. Дюпри дает фраг. И это карта Инферно в активе. Виталити, дамы и господа. Придумали сначала по голове Зайву дать. Нужно убегать срочно. Есть ответочка на Монти. Красивый коктейль. Хороший. Салют у окна Апекса, и он, конечно, хорош. Третий у капитана команды Виталити. Бум! Ракета залетела не только под Апекса, но и Алекси Би получает еще один хедшот. А, это празднование в стиле футбола, не знаю. Позицию. Это выход Зига, Ника. Но же Дюпри к этому не готов. Ой, как же он разыгрывает, убивает Дюпри дальше. Позицию он выбирает. Зайву пострадал по ХП. Так, Зайву коннектор. Ника получает массу урона, 25%. Смог слева под себя. Дальше игра через дефолт. Пытается выйти и удивить, и он это делает. Здесь под головой. Дальше будет выход от Мисуты, который попадает по Моноси. И шедевральная стрельба. Моноси идет уже. Бум. К следующей жертве находит фраг на Апекса. Дальше. Контакт Мэджиска выигрывается против Ника на Монси. Снипер команды G2 Esports. Вот он, первый минус. Как же работал по Дюпри. Потом еще и поймал Мисуту. Скорее всего, на отходе. Или тоже на выходе. Ой, да, тут Мисута пытался удивить. Мы этого фрага, к сожалению, не видели. И потом вовремя сыграл на рефраге со своим тиммейтом. Не знать, Алекси Би пытается стреляться. Вот и Ника. Ой, пистолет у Ника появляется. Мисута садится. Дальше отходит. Ну как же Ника, выбрасывая девайс, дальше пытается через фаербокс найти эту голову, но калаш под ним еще валяется, он его не будет брать! Он просто попадает в голову, ребята, он не парится по поводу, который идет дальше, не остановить эту силу Ника! Два минуса, третий по Зайву. Дочистили этот раунд, не так много чего там было выбивать, но и с этим совладали. Повторный сглаз Ника, на себе продавил весь плант, в общем-то... Апекс находит Моноси, это тоже было важно. Длина падает один за другим. Стягиваются игроки защиты Дюпри. Разворот на Хантера. Где-то мы уже такой видели. Алекси Би! Хотел спасти, но... На использование ютилити от команды Виталити сейчас и внедрение Зайву в смог. Как же может удивить? Флешка полетела. Здорово! 3, 4, 5-го! Сюда! Это самый быстрый эйс на бласте! Зайву под одну флешечку на всю пятерку залетает и делает красиво! Матерку! Это адепт школы просто самых быстрых эйсов. Вот так вот. И что бы вы там ни планировали, друзья, тут будет залетали те только что от Зайву. Матье, как же хорош. И флешка от Апекса тоже крутая, потому что 4 человека были слепых. Может быть, даже 5. Потому что больше еще будет экшена дальше. Ну, надо доиграть. Ой, Дюпри. Что там, Моноси? Жить просто. Даже не пикать, на самом деле. Мисута убьет одного. Ой, Мисута!
Вау! Как же наказал! У первого игрока это был Мисутов. Заевут по уши с этим срабатывается. Хантер воюет как может. 7 секунд. Что и там? Давайте вот сейчас так могут закончить карту Даст 2. Тут Мэджис коней пройдут. Нет, Монаси убивает его уже с АВП. На миде оставлены. Дюпри, спрей против Ника Монаси. Еще одного Алексиби. Запрыгивает дальше. И Суд 1-1. Проигрывает дольт против Алексиби. Алексиби берет такой раунд для своей команды. Длина, Джекс, заход в спину. Зайву смотрит. Ай-яй-яй, Бонесси погибает тоже от Апекса. Что, покажите нам? Что? Это все? Это 16-12. Ты был, черт возьми, таки прав.